Привет и добро пожаловать на мою страницу. Меня зовут Даша. Я рада, что вам интересен русский язык и культура России. Мой проект для тех, кто предпочитает изучать русский язык через контент. Я делаю обучающие и развлекательные видео на YouTube, а также записываю подкаст на русском языке. На своем сайте я публикую статьи со ссылками на разные полезные ресурсы. Мне доставляет огромное удовольствие снимать видео и делиться с вами частичкой своей жизни. Присоединившись ко мне на Patreon, вы поможете мне в развитии проекта, а также получите дополнительные материалы, которые помогут вам в изучении русского языка. Для тех, кто хочет просто сказать спасибо за то, что я делаю, есть опция раннего доступа к моим видео за $2 в месяц. Поверьте, даже такой небольшой вклад имеет большой вес для меня. Это показывает мне, что я делаю все не зря, и то, что у меня есть свой слушатель и свой зритель. Для тех, кто изучает русский язык самостоятельно через видео и подкасты, есть опция скачивания PDF-транскрипций за $5 в месяц. В этом тарифе вам также будут доступны дополнительные фото и видеоматериалы о России. Если вы хотите получать обратную связь, то специально для вас я создала опцию проверки домашнего задания, которая доступна за $10 в месяц. Помимо этой опции, вы также получите все предыдущие привилегии, а также дополнительные материалы и открытку из России от меня. Если вы хотите заниматься со мной индивидуально, вы можете забронировать онлайн-урок на моем сайте или выбрав оставшиеся 3 тарифа на Patreon. Я сертифицированный преподаватель русского языка как иностранного. В 2012 году я переехала в Таиланд, чтобы преподавать английский, и вскоре открыла первый курс русского для начинающих в университете города Чангмай. В течение 1 месяца мои студенты научились читать и писать по-русски, составлять диалоги на разные темы и просто полюбили русский язык. Я обучала студентов из разных стран в возрасте от 13 до 70 лет. Сейчас я в основном работаю со взрослыми. Вернувшись в Россию, я стала преподавать онлайн. Я стараюсь сделать процесс обучения веселым и интересным. Уже после 1 занятия вы сможете говорить простые фразы на русском языке. Моя цель – научить вас понимать, как работает русский язык, и помочь вам стать более уверенными в самовыражении. Я стараюсь быть чуткой к потребностям своих учеников. Мы не будем тратить половину занятия на проверку домашнего задания. Вместо этого мы с вами будем тренировать различные навыки и как можно больше разговаривать. Я работаю со студентами разных уровней, и каждый раз мой подход к преподаванию зависит от того, какие цели преследуете вы. Мне нравится приспосабливать уроки к потребностям моих учеников. Я считаю, что лучший способ выучить язык — через интересные, увлекательные и актуальные темы. Каждый урок я размещаю на специальной платформе, поэтому вы всегда сможете повторить изученный материал. На первой консультации я расскажу вам больше о себе и о том, как будут проходить наши занятия. Вы сможете поделиться своими целями, интересами и предпочтениями, что поможет мне подготовить индивидуальный план обучения. Если же вы изучаете русский язык самостоятельно и не ищете преподавателя, но вам нужна помощь в подборе и заказе учебников, напишите мне. Если у вас время от времени возникают вопросы, вы хотите улучшить свое произношение, или если вам нужен кто-то, кто будет мотивировать вас и следить за вашим прогрессом, я также могу вам помочь. Просто напишите мне на почту или оставьте заявку на сайте, все ссылки будут в описании этого видео, и я свяжусь с вами. Я также открыта для новых коллабораций. Мы можем вместе записать какое-нибудь видео или придумать какой-нибудь совместный проект. Спасибо, что досмотрели это видео до конца.
Я желаю вам хорошего дня. Всем пока!